Никто здесь не может гарантированно сказать, кто станет победителем. Это может быть Россия, Украина, Голландия, Великобритания. Я пришел победить. Я думаю, что именно я выиграю этот конкурс. Среди моих фаворитов Армения. Россия тоже хороша. Я думаю, что Россия войдет в первую тройку. Но все же я считаю, что Армения более интересная и впечатляющая. Я надеюсь очень, что победит Ивета Матучана. Я уверен, что Сергей Лазарев займет именно первое место. Россия один из фаворитов. Еще Австралия, Израиль, Болгария, Испания. Это тех, за кого я голосую сердцем. Но если выбирать головой, то это Россия. Какими бы ставки не были, букмекеры не были, все равно в итоге решает зритель и член жюри. Вот все могут только гадать. Конечно, я хочу выиграть, как и все здесь. Удачи. Кто выиграет, я не знаю. Это абсолютно в равных пропорциях может быть А. Сергей Лазарев, Б. Это может быть австралийка Дами Им. У нее есть все, что любит как раз европублика и публика, смотрящая Евровидение. И то, что любит, кстати, Филипп Киркоров. Дива-дива, блестящая, такая вся голосистая. Песня Джамалы. Лично это моя песня фаворит. А я, для меня она уже выиграла конкурс. Я не знаю, кто победит. Посмотрим.